В декабре начинают готовиться к Новому году. Перед праздником становятся популярными новогодние аксессуары. Уже выделены специальные места для торговли пиротехнической продукцией. Чтобы не испортить праздник и не пополнить ряды печальной статистики, нужно покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, предупреждают спасатели. 16 декабря в каждом районе города будут организованы по 3 площадки для реализации фейерверков и хлопушек. Они появятся у каждого крупного торгового центра столицы. С начала ноября проводится конкурс на право размещения стационарных площадок. Во время новогодних праздников Главное управление МЧС России по Чувашии запустит горячую телефонную линию. Туда можно будет сообщить о продаже контрафактной пиротехники.